осталось. Примерно 150 граммов воды. Она поможет продержаться мне до завтра. Я надеюсь. Я писал дважды. Я чуть не надел штаны. Не знаю. Тело ведет себя очень странно. Второй раз я сделал велосипедную флягу. Пахнет ужасно. Но все отстоится. Должно быть охлажденным, как совиньон блан. По большому не ходил. Это должно разочаровать моих друзей-насекомых. Они подождут. Что я еще могу рассказать? Один ворон прилетает каждое утро. Эй! Я засек время 8:17. Я сниму его для вас завтра. Каждое утро. В 9:30 у меня 15 минут солнечного света. Это очень приятно. Опять долблю камень больше для того, чтобы согреться. Я начинаю думать, что моя рука поддерживает валун. И когда я выдалбливаю немного, он плотнее садится. Такой у меня отличный жгут.